глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина после вот этого ролика отправила на меня запрос в МВД и в Генпрокуратуру. Также назвала меня выродком, тем самым нарушив административный кодекс Российской Федерации. Естественно, я не буду писать на нее заявление по факту нарушения административного кодекса, я поступлю мудро. Меня просто забавляет сам факт, что Екатерина, действительно, вам настолько нечем заняться, что вы просматриваете ролики, тикток-ролики блогеров, ищете там дискредитацию и подаете на них запросы в МВД и Генпрокуратуру. По-вашему, там людям вообще нечем заняться? Вот это самое важное дело, которым сейчас должна заняться и МВД, и Генпрокуратура. Я просто хотел выразить свое недопонимание к действиям главы Лиги безопасного интернета. Я считаю, что вы занимаетесь слегка не теми делами. Эти кадры, снятые украинским квадрокоптером, уже успели разлететься по всему миру. Зависнув над окопом, дрон скидывает на российского военнослужащего ручные гранаты. Боеприпасы падают прямо на бойца, который, не растерявшись, хладнокровно откидывает их в сторону. Один из снарядов взрывается в паре метров. Известно, что с героем, его зовут Алексей, он из 138-й гвардейской мотострелковой бригады, все в порядке. Он продолжает нести службу в рядах российской армии. А это видео вызвало волну восхищения у общественности. Чего не скажешь про эти кадры. Своего рода ремейк на героический поступок снял блогер Ника Глай, только находясь в Москве, дома и на ковре. Видео сопроводил веселой музыкой. Такую шутку пользователи не оценили. Осознав, быть может, впервые, что видео, так сказать, не зашло, Николай Лебедев, это настоящее имя Ника Глая, быстро удалил ролик из своих соцсетей, но интернет помнит все. И уже вскоре в апартаменты к тиктокеру в Красногвардейском проезде, это Москва-Сити, нагрянули сотрудники полиции для проверки документов. Российского паспорта у гражданина Молдавии, как выяснилось, никогда и не было. Тогда оперативники предложили Лебедеву проследовать с ними. После допроса блогера доставили в суд. И вот весь в черном, с красными рогами на голове, такой атрибут тиктокер часто использует в своих роликах. Лебедев слушает решение Фемиды. Признать Лебедева Николая виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 Кодекса об административном правонарушении, назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей. Но это не главное. Признав Лебедева виновным в нарушении правил въезда в Россию и режима пребывания в стране, Ника Глая решили депортировать. Стоит сказать, что скандальный блогер уже не раз привлекал внимание полицейских. Так, на этих кадрах тиктокер стал участником ДТП, в котором погиб человек. Здесь вот Лебедев зелеными волосами безмятежно делает вид, что спит, и не замечает силовиков, которые пришли с проверкой. Понять тиктокеры не могут и его коллеги. Вроде Ника Глая, который снимал видео, но оно больше, скажем так, дискредитирующее. И еще в конце показал, что он такой же крутой там. Но нет, я думаю, полностью вообще неуместно. Тем более со стороны Ника Глая, который знаешь о его прошлом, что он раньше делал, то тем более нет. Просто эмоции переполняют. Я вспоминаю это видео. Очень бы хотелось такого блогера просто напередок отправить, хотя бы на месяц, чтобы он на собственной шкуре понял, что это такое. А это, быть может, последнее видео, сделанное блогером на территории России. Находясь в изоляторе временного содержания, Лебедев попросил телефон у полицейских, чтобы сделать звонок близким. На деле же, укрывшись в уборной, вышел на связь с подписчиками. Очень жесткий день, на самом деле. Мне дали телефон буквально на 2 минутки. И я не успею рассказать, конечно же, все, чем они занимаются. Все, я выхожу. Какой контент блогер будет создавать на родине, в Молдавии, и научила ли его чему-то эта история, покажет время. Уже сегодня блогера должны посадить в самолет до Кишинева. Сейчас я действительно понимаю то, какую большую ошибку я совершил. Я каюсь, мне очень стыдно. Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно. Добрый вечер, друзья. Недобрый вечер, недруги. Недругов сейчас после этого сюжета, подозреваю, станет больше, потому что я все-таки выскажусь по поводу Ника Глая. Я не считаю, что этот блогер хотел высмеять этого солдата, Алексея. Он, как и любой блогер, как по определению, он положен быть хайпажером. Хайпануть хотел, да, неудачно, не получилось, но я не вижу никакой дискредитации русской армии. Более того, я помню, что весной, когда этот ролик в украинских пабликах появился, они пытались его выдавать, этого Алексея, за бойца ВСУ, прекрасно понимая, что это ролевая модель, что это геройский поступок, что
что это класс, что это надо использовать в информационной войне. И этот Николай, в известном степени, это использовал. У него миллионы подписчиков, в том числе и за границей. И люди узнали о том, какие русские солдаты. Я повторю, в том числе и заграничные подписчики этого Николая. И когда я говорю границы, я имею в виду не только государственные границы, но еще и границы социальных разных групп. Потому что за пределами там, вот, моей социальной группы вот, выясняется, что есть такие блогеры. Я вообще не слышал про этого Николая ни разу, повторю. Знать не знал про него. Так же, как и многие из его поклонников, может быть, не знают сути происходящего на Украине. Почему там идет эта война? Может быть, заинтересуются, теперь имея такой образец перед глазами с этим поступком солдата нашего. Может, зададут вопрос. Я не так давно в абхазском ресторане оказался за столом там, с семьей и там, 20-летний юноша. А волосы, что у них деньги собирали где-то там, может быть, на работе, на Украину для помощи беженцам. Я так напрягся, стал там выяснять, задавать вопрос, пока он мне не показал iPhone там ДНР. То есть для донецких они собирали. Но с таким же успехом мог собирать для украинцев. Они такие вот есть вот. За все хорошее, против всего плохого. Надо помочь беженцам, каким-то детям. Кто что там не интересует. Они реально есть масса молодежи, которая не погружается в детали происходящего. В этом вина, я считаю, нашей медики, нашей пропагандистской машины, которая совершенно не работает с молодежью. Я вот, если бы у меня были возможности, после вот этого скандала с Никоглаем, я бы его там не в менты бы отвез, для того, чтобы его там отпиздили там или побрили на лысо и так далее. Сбили там спесь с него. Что, может быть, и надо было бы. Но я бы по-другому сделал. Я бы устроил бы сюжет. Я свел бы их двоих. Алексея и Николая. Чтобы они поговорили не на предмет конфликта какого-то и выяснения отношений. А чтобы Николай в глаза этому Алексею сказал бы, почему он снял этот ролик. Как он узнал о нем. Почему эту музыку выбрал они, ну, и чтобы Алексей ему задал какие-то вопросы, может быть, думаю, что они у него есть. Вот, и я не уверен, что у него такая прям уж совсем негативная реакция. Я помню реакцию, допустим, Шамана, когда этот гнусавый Гудков снял омерзительную совершенно пародию на клип «Я русский» под названием «Я узкий», где выстёбывал и саму идею, ну, как бы, и исполнителя, Шамана. И Шамана, когда спросили, что он думает по этому поводу, он сказал, что, ну, да, ну, так вот, любая реклама хороша, когда речь идет о шоу-бизнесе. Кстати, этого Николая тоже рекламу сделали. Тоже вот, как бы, теперь вооружили тех же украинцев аргументами, как там, на России, как они любят говорить, на России. Вот, когда коверкают русский язык, точно так же, когда они говорят в Украине. Вот так вот относятся к продвинутой молодежи. Хотя, конечно, любого блогера, который на Украине заподозрили бы в неуважении какому-то к ВСУ, его бы просто бы упекли бы. Следов его не нашли бы. Как СБУ метет так, там люди просто пропадают. Тысячами, десятками тысяч на Украине. Вообще без следов. И там и убивают там блогеров и журналистов. Но песня совсем не о том. Песня о том, что мы не должны превращаться в Украину. А это Мизулина, что младше, что старше. Вот младший пусть расскажет про брата своего. Что он в стране НАТО делает, какой у него там бизнес. Я у старшей Мизулины спрашивал про ее сына задолго до этих военных действий, когда мы с Европой еще дружили, почему он там в стране НАТО, ее сын, и чем он так родина не мила. Ну, вполне, кстати, она аргументированно ответила, я повторять не буду. Но вот это вопрос, который возникает, который, допустим, мне был бы интересен. Потому что у всех свое объяснение есть. У Мизулины, почему у нее сын
стороне НАТО живет. Опять же повторю, вполне меня аргументы устроили, и не стал бы это по этому поводу оттаптываться. Но просто у меня аргументы этого Никоглая тоже устраивают. Я не увидел в нем какого-то прям вот такого негатива. Ну, чтобы доводить дело до таких разборок, во всяком случае. Пипец.